Казахстанки стали чемпионками азиатских игр по хоккею с шайбой. Матч между нашей сборной и командой Китая завершился уверенной победой соотечественниц со счетом 4-1. Решающая встреча оказалась непростой. Однако при численном большинстве китаянок Елене Штальмайстер удалось забросить две шайбы. Следующие два гола в ворота соперниц отправили Зарина Тухтиева и Любовь Ибрагимова. В сборной Поднебесной империи на последних минутах отличилась нападающая Маажуй. Но исход встречи практически был предрешен. Прозвучал финальный свисток, и вот трибуны восторженно приветствуют победительниц 7-х азиатских зимних игр по хоккею с шайбой. Наши соотечественницы уже в третий раз завоевывают золото Азиады. Конкурентов у них на желтом континенте практически нет. Серебро в этом, казалось бы, сугубо мужском спорте досталось японкам. На третью ступень пьедестала почета поднялась команда Китая. С блестящей победой триумфаторов сегодняшнего состязания поздравил аким Алматы Ахметжан Есимов. Я поздравляю всех казахстанцев с замечательной победой наших хоккеистов. Они показали умение, мастерство, волю. Особенно последние две игры были очень сложные, трудные, но тем не менее наши сумели. Конечно, при огромной поддержке болельщиков Казахстана одержать победу и выиграть звание чемпиона Азии. Победа хоккеисток принесла уже 47-ю медаль в копилку Казахстана. К этому часу у нашей страны 18 золотых, 17 серебряных, 12 бронзовых медалей. И сегодня с уверенностью можно констатировать – Казахстан впереди Азиады всей. Анар Тасамбекова, телеканал «Алматы».